Все знают из сидящих в этом зале, что Ганга – это священная река. Берет она свое начало в Гималаях, поэтому мы с вами путешествуем в Гималаи. Вот. Чем священна Ганга? Она начинает свое в эту вселенную, она приходит с духовного мира. И считается в Индии, что омовение в Ганге очищает человека от всех грехов.
Krishna,
Хари Кришна, 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 Хари Хари. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare.
Oh.
Krishna.
Hare Krishna, Hare